Александра Пушного обвинить в плагиате с точки зрения современного шоу-бизнеса невозможно. Он переделывает популярные тексты и музыку на свой лад. Я скучаю по тебе! Выходит весело, и еще никому не приходило в голову судиться с ним. Ни из-за чего. При этом сам Пушной честно признается. Это не плагиат. Почему? Потому что все, что мы делаем, так или иначе... Все, что мы делаем, это плагиат, абсолютно все. Потому что человек, существо социальное, и в любом случае, если даже один раз... То есть не даже... Был такой пример, девочку маленькую, да, ее забыли там среди волков в детстве. Она биологически была человеком, но выросла до 14 лет и стала, превратилась в животное. То есть она уже была не социальным. То есть она не могла вернуться к человеческому образу жизни. Поэтому человек сам по себе, он просто перерабатывает ту информацию, которая поступает извне. Если человек ее перерабатывает интересно... Он делает новый продукт, это не плагиат. Если он ее не перерабатывает совсем, а просто подписывается, что это я сделал, это плагиат. Вот вся разница. Александр Пушной не считает себя ни композитором, ни певцом. Его хобби даже не приносит ему доходов. Но выбранное им направление в музыке оказалось сверхудачным. Это признает и родоначальник жанра Сергей Минаев. Дай на небе тучи. Дай на небе тучи, а тучи, тучи, а тучи как люди, люди, как люди они одиноки, тучи, но все-таки тучи не так жестоки. Дай на небе сан, сан, дай на небе сан. The Sonne, ein Fräulein. Like Fräulein, nur eine kleine. Was soll da die Fräulein, das ist fantastisch. Зеленоглазое такси. Тормози, притормози. И отвези меня туда. Где будут рады мне всегда. Всегда. Школьных друзей. Hey, я слетал на
Свадьбы, похороны и другие развлечения. Недорого, Рамштайн. Звоните прямо сейчас.